Ребятки, и с вами я, Лентелла. И, ребята, посмотрите на этого слайма. Он просто гигантский. Это 3 килограмма 500 грамм слайм. Он огроменный просто. Я решила попробовать сделать такого большого огроменного слайма. И, ребята, хочу вам объявить, что я со своей лучшей подругой открываю магазин. Переходите в Инстаграм, называется Cherry Slime. И мы скоро откроем Ютуб. И будем там, ну, тоже показывать, какие у нас слаймы и как мы их делаем. И, смотрите, надо его размягчить, потому что он на улице стоял и стал таким холодненьким. Из-за этого сейчас я добавлю под... гель для душа. Ой, он тоже... все нормально. Просто у меня первый раз такой вот огроменный слайм выходит. Так. Ну, этого не хватит, конечно, но сейчас мы немного размягчим. Ох. Ого. Вот такой тяжелый, сейчас я попробую его поднять. Ой! Прям со всей силы поднимаю. Вау. Прям. Я не могла заснять, как я делаю. Что для этого уходило очень много времени. Я стала с рукой мешать из-за этого. Ну тут еще, конечно, осталось. Сейчас я его доделаю. Нам надо сначала это размягчить. А то... этот слайм уже очень жесткий. Добавлю побольше, это большой слайм. Тут перебарщивание. Не, тут перебарщивать не будешь. О, вот. Вот бы он не окрасился. Я не хочу, чтобы... о, это тоже слайм стал. Я не хочу, чтобы этот слайм тоже окрасился. Я хочу его белым. Чтобы он был. Это база. И, ребята, сейчас я буду его делить на две части. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы одна база, первая часть, это будет у нас оригинал, а вторая это баттер. Я просто сюда добавлю пластилинчик, и он будет полбаттер. Ой. Понятный слайм, он еле-еле растягивается, прям. Ребята, у меня и в этом плане тоже будет выходить видео. И, кстати, я буду уже снимать не только слаймы, а и, например, как сделать личный дневник. Ну, идеи, лайфхаки разные. Я буду не одна даже снимать, а с кем-то, наверное, тоже буду снимать. Например, со своей подругой или родственниками, кто знает. И да, ребята, я вам очень долго обещаю, что я буду читать ваши комментарии, но у меня все время. А, ну, я скоро буду снимать, так что ждите. Ну что ж, ребята, всем пока. Я буду дальше сама справляться. Пока.